Всем привет! У нас сегодня в обзоре универсальный спальный мешок типа кокон от фирмы Penguin, модель по названию Mami Light. Это ультралегкий спальный мешок, предназначен для мультигонок, для велопокатушек и для горного туризма в летнее время. Весит он всего 530 грамм, оптимальная температура для девушек составляет 14 градусов, для мужчин 10 градусов, экстремальная температура 0 градусов. Наполнитель BHB Micro. Имеется огромное количество цветов, но в данный момент у нас есть зеленый и синий. Давайте посмотрим, откроем на примере синего. Итак, для начала немножечко ослабим по бокам шнурочек и достанем с нашего чехольчика. Безумно, безумно приятный на ощупь этот спальный мешочек. Так. Легкий. Класс. Вот так вот он выглядит в разложенном состоянии. Легкий капюшон, застежка велкро для дополнительной фиксации двухсторонней молнии. Так, аккуратненько открываем. Есть. Также в этой модели присутствуют специальные петли для подвешивания спального мешка. Ну, для того, чтобы высушить или просто его хранить. Хочется обратить ваше внимание, что имеются спальные мешки как с молнией на левой стороне, так и с молнией на правой стороне. Зачем это надо? Ну, во-первых, это для удобства, потому что в палатке, когда помещается несколько людей, не будет сильно удобно. Если выход находится с правой стороны, застежка с левой, вам приходится перелезть, перелазить через всех, поэтому надо покупать уже с правой молнией. А также для дополнительного состегивания с аналогичным спальным мешком. Если у вас левосторонняя змейка, вы берете мешок с правосторонней, соединяете и получаете вот такой вот классный двойной спальный мешок. Во всяком случае, не забывайте, что надо где-то ночевать во время велопокатушек или просто активного отдыха. А я знаю, где имеется огромный выбор спальных мешков. Это сайт mandrivnik.com.ua.